что там происходит? Что это такое? Что им нужно? Отбейте! Прямо под ними. Подойдет.
подойдет. Остальные с тобой? Нет, я выиграла рацию охранника. Не понимаю. Меня похитили. Что? Где ты? Я не знаю. В каком-то древнем японском дворце. Они все время говорят об огненном обряде. Лара, я жутко боюсь. Боже, кто-то идет. Нужно спрятать эту штуку. Сэмми? Сэмми! Огненный обряд. Как в гробнице Пимика. Ром, ты на связи? Направляюсь ко дворцу. Всех остальных тоже держу там. Я тебя догоню, и мы войдем туда вместе. Да, рано я решила, что хуже уже быть не может. Кого я видела там, в монастыре? Они были одеты, как штормовые стражи, и издавали звуки, нечеловеческие звуки. Черт, ты только послушай себя, Лара. Говоришь, как отец. Похоже, это представители какой-то затерянной цивилизации. Так, теперь я точно как отец. Итак, известно, что они убили тех людей. И я не сомневаюсь, без колебаний убили бы и меня. Но сейчас не время об этом думать. Сэмми в беде, и я должна ее спасти. Она надеется на меня.
Явишься на церемонию пьяным, отец матери с глотку тебе перережет. Я-то себя не выдам. Главное, ты свой язык придержи. Я слышал, в облаве взяли женщин. Да, Матиас выбрал кого-то для испытания. Может, это она? И мы, наконец, выберемся отсюда. Не надейся. Всегда одно и то же. Бедолага сгорает, и дальше все как обычно. Тобой. Я вытащу тебя оттуда. Пожалуйста, помоги мне, Лара. Обещаю. Я обещаю, Сэмми. Эй, она все нет! Сэмми! Сэмми! Отдайте от нее, ублюдки! Отдайте! Казалось бы, чего еще желать? В обход никак, только напрямик.